За 6 лет существования Федерации карате нашего района и проведения открытых турниров география и число участников неизменно расширяется. В этот раз в Щелково приехали более 600 спортсменов из 7 регионов России, в том числе из многих городов Подмосковья, различных клубов Москвы, Владимира, Твери, Иваново и даже Республики Коми. Но есть у нынешнего турнира и свои отличительные особенности. Качественным отличием сегодняшнего мероприятия является, что мы проводим его на современном программном обеспечении, которое называется «Спортдата», которое было закуплено нашей федерацией совсем недавно. И на этом программном обеспечении проходят даже чемпионаты Европы и мира. То есть это очень технически большой шаг вперед для нашей федерации. Щелковская команда традиционно самая большая. В этом году 42 спортсмена, которые выступают практически во всех возрастных категориях, начиная с 6 лет. Соревнования проводились по двум программам – кумите, то есть свободный спарринг, и ката, так называемый поединок с воображаемым противником или бой с тенью. У нас единоборство в Щелковском муниципальном районе развито, и мы представлены на соревнованиях самого различного уровня. И у нас есть победители и европейских, и мировых уровней. И мы строим для этих видов спортивные сооружения, окна в ранке. В Медвежьих озерах у нас открылся центр единоборств в 2016 году. Ну и традиции, наверное, сильны, поэтому у нас такое развитие получают единоборства в Щелковском муниципальном районе. Сергей Дадыко, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».